Так, мы на море приехали. Время 4 часа. Вода. О, ой, классная. Ой, рыбки плавают. Не знаю, здесь есть эти самые медузы, которые жалят или нет, я не знаю. Вот такие вот дела. Но надо проверить. Я зайду, посмотрю. Я не хочу, чтобы опять меня кто-то ужалил. Вот. Здесь остров. Сказали экскурсию на остров, девочки, мальчики. Ну, это я надо этого самого. Там никакой экскурсии, там вас высадят на пляж. И этого самого. И купайтесь там сколько-то часов. А мне это дело неохота. Туда ближе к острову, там в этот самый... Вода глубиной 90 метров. И там плавают дельфины ближе к острову туда. Сюда они не подплывают, здесь мелко, а там они плавают. Вот прямо возле этого острова. Тут вот. Опа. Что такое? Плюп маска. Просто секвоста. Плюп. Мерозы стоит. Просикси чухтрес. Не трехис. Кита сега чухтрес. Это и мату ины. О, Вася уже разделся, Костас уже разделся, я чешу с вами языком. Давайте я выключусь и включимся потом. После гитэ саки, не? Кани дуля. Девчонки и мальчишки, пришли мы покушать возле церкви нашей. Недалеко от дома, 2 минутки. Таверну Сакис. Вот загружаю видео в этот самый... В Яндекс.Дзен. Нам принесли ципураки. Ципураки. Ципураки писали реклама. И посмотрим, что нам принесут, что заказали. Сегодня будем... Это вот так вот, возле моря. Вот такое вот дело здесь. Все. Аде. Карася фенете, да, ксиисиха. Принесли. О, Дим, тебе ахтаподи. Это Коста с ахтаподи, агапемениш. Ну-ка, Алекс, это Коста. Он такой вот осьминог. Перемен. Перемены, Тора. Настрошимы и вунафамы. Хлебушек нам принесли. Вот Коста говорит, будешь делать фотографии и все остальное. Я говорю, да. Нам принесли эти самые каламари и плов. Мидья. Вкусно, Коста? Коста, баба. Нам приятного аппетита. Мои уже мизе съели. Осталось только нам покушать. Мне ничего не оставили. Костас мне не оставил даже вот одного ухтоподи. Все съел, любимые октоподы. И, пожалуйста, Коста, вытерись, пожалуйста, ты весь это в самом масле. Адо кирваю пуйна, ципураки мас. Я мас. Калу-калу кири. Я воду пью, не расстраивайтесь сильно. Ваю с ципуру. Нам принесли угощение арбуз, и мы заплатили за весь обед. 2 ципуры с закусочкой и этот самый плов и кальмары 27 евро. Ну, еще вишню, и он Костас вишню пил, эпса, и вода, хлебушек, все. Нам принесли арбузик. Вкусный арбуз, Коста. Костас написал свой отзыв в этот самый... После гетты Костандины путу эгропшишеси апандиси. Аксиологиси. Аксиологиси. Ну, короче. Аксиологиси. Аксиологиси. Это, ну, как сказать, отзыв написал об этой таверне. Таверна называется Сакис. Прямо на углу находится вот здесь церковь. О, Сакис, да. На углу, вот видите, церковь, и здесь прям на перекрестке. Так что вот так вот. 27 евро, это почти по 10 евро на всех на нас. Каждый человек покушал. И мы объелись. А... Ох-ох-ох. Сейчас придем домой и ножки протянем и будем сидеть на веранде. На них, кстати, лёросистая веранда, Коста. Вайс говорит, Я говорю, включите телевизор на веранде. Говорит. Ладно, все, увидимся.
figure someone turns on your phone.